25 апреля президент Ильхам Алиев встретился в Пекине с президентом компании China National Electric Engineering Джао Хуем. Президент компании China National Electric Engineering Джао Хуэ отметил, что 24 апреля в Пекине был подписан протокол о намерениях построить сушильного завода в Сумгайском химическом промышленном парке. Подчеркнув, что ранее компания также реализовала в нашей стране несколько проектов в различных областях, Джао Хуэ отметил, что они удовлетворены инвестиционной средой в Азербайджане, условиями, созданными для иностранных инвесторов, и выразил главе нашего государства признательность за это. Отметив, что развитие ненефтяного сектора является одним из приоритетов в нашей стране, президент Ильхам Алиев подчеркнул, что вчера были подписаны 10 документов о сотрудничестве в различных областях, тем самым в промышленный сектор Азербайджана будут вложены крупные инвестиции. Сообщив, что в Сумгайском химическом промышленном парке применяется специальный налоговый режим, который является более привлекательным для иностранных инвесторов, глава государства высоко оценил создание компании China National Electric Engineering в химическом промышленном парке своего предприятия в качестве очередного резидента. Сказал, что данное предприятие увеличит экспортные возможности Азербайджана. Глава государства отметил, что в нашей стране имеются хорошие инвестиционные возможности. Подчеркнул, что согласно отчету Doing Business Всемирного банка Азербайджан, продвинувшись на 32 ступени, вошел в число 10 самых реформаторских стран мира. Отметив, что тем самым Азербайджан добился большого прогресса, президент Ильхам Алиев сказал, что иностранные инвестиции в нашей стране защищены на высоком уровне, и это повышает ее привлекательность для зарубежных инвесторов.